Весь день я была как зомби и мечтала оказаться в кроватке. Наступил вечер, приготовилась спать. Поняла, что не могу заснуть. Твою мать! Решила посчитать овечек. Набралось уже целое стадо. Сбилась, выбесилась. Спать все еще не хотелось. Вспомнила, что один из способов заснуть – это прокрутить весь свой день. Не смогла вспомнить даже, чем завтракала. Зато вспомнила, как в 8 классе поругалась с подругой. Вот сейчас бы я нашлась, что ей ответить. Стала перебирать возможные ответы. Придумала пару остроумных. Осталось только вернуться в прошлое. Но прошлое не вернуть. Стало как-то грустно. Поняла, что время бежит слишком быстро. А чего я добилась? Кто я в этой жизни? И какой в ней смысл? И почему все-таки жираф – это именно жираф? Немного поплакала, но спать по-прежнему не хотелось. Залезла в интернет в поисках совета. Наткнулась на статью. Так, послушать музыку. Включила расслабляющий трек. Стала засыпать. Трек закончился, заорала Металлика. Решила почитать, чтобы уснуть. Книга оказалась слишком интересной. Дочитала до конца, но было уже утро. Решила, что продержусь день, и тогда вечером точно усну. Короче говоря, не продержалась. Твою мать! Горячо, слушай, а что у тебя? У меня какао. А у меня кофе, давай поменяемся. Кофе лучше. I was reading some Ara. У тебя что-то на лице. Maybe I'd get less stressed if I... Зая, ты не видела мою кофту с шапкой? Видела? Смотри, это Big Bang Super. Я ее бу-и-бу. Вот такая вот история. Слушай, кстати, у тебя же через неделю день рождения. Тебе может что-то подарить? Ничего не надо, у меня все есть. У кого-то сегодня день рождения! А ты мне что-то подарил? Ты же ничего не просила. Ну, пожалуйста. Я сказала нет. А сейчас можно? Нет. А сейчас можно? Нет. Ал, ну куда по помытому? Ал, это очень дорогие сережки. Тебе вот эти или вот эти? Вот эти. То есть можно? Можно. Да! Все, игроман, время и стекло. Поставь чайник. Сама иди поставь. Чё? Вот хрен ты мне теперь Соньку попросишь. Уф, в жопу себе ее засунь, я наигрался. А теперь можно? Нет, делай еще. Можно! Ой, блин, что так пить охота, а? Ну, возьми, здесь немного осталось. Нет, ты знаешь, я потерплю, наверное. Короче говоря, аэрофобия. Муж предложил сгонять отдохнуть на выходные. Я согласилась, стала выбирать дом отдыха. Он сказал, что имел в виду за границу. В смысле лететь? Сказала, что это слишком дорого и давай вообще посидим дома. Сказал, что нашел дешевые билеты на авиасейлс. Я сказала, что на машине всего 3-4 дня. Муж посмотрел на меня, как на не очень умную. Все-таки лететь. На самолете. Муж сказал, что возьмет мне успокоительного. Я сказала, что это не поможет. Много успокоительного. Купили билеты. Собрали вещи, сели в такси. Вспомнила, что забыла паспорт. Не могла вспомнить, закрыла ли дверь. Да, закрыла. Мы не выключили газ. А, у нас же нет газа. Сели в самолет. Муж спросил, как я. Я сказала, что все нормально. Попросила его выключить телефон, убрать ноутбук, наушники и вообще сидеть тихо и не мешать пилотам. Началась паника. Помолилась, подышала в пакет, поплакала, приняла успокоительного, снова подышала в пакет. Муж сказал, что мы еще даже не взлетели. Снова приняла успокоительного. Еще и еще чуть-чуть. Разбудил муж, сказал, что уже давно прилетели. Короче говоря, летать не так уж и страшно. А у кого-нибудь есть водичка? Если бы риэлторы говорили правду. Это самый сраный вариант за эту сумму, конечно. Но говно. Блин. За окном кладбище, но мы говорим, что это парк. Кстати, окно не открывается. Кстати, сверху алкаши. Снизу ремонт. Слышите, кухонная плитка, как вы видите, отпала. А это разве не лофт? Лофт? Лофт! 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 А сколько до метро? Здесь нет метро и даже электрички.
Но такси же можно вызвать. Можно вызвать пиковую даму. На зеркале ступеньки нарисовать, знаете? Итак, 40 тысяч в месяц, плюс агентский, плюс залог. Берете? А вы меня не обманываете? Обманываю. Но это моя работа. Дай мне на вас насрать! Или ты сейчас с шеи вот это вот, с моей, слазаешь? Или я тебя сейчас на горох поставлю? Мам, дай денег, пожалуйста. А поружить и не дать? Сережа, вот честное слово, ты работаешь, скажи мне. Ты вот как голодранец, знаешь, вот чеши на работу. Или манту чеши, я не знаю. Что-нибудь чеши, пожалуйста. С квартиры чеши, пожалуйста. Бабу себе найди, пожалуйста. Тебе 25 лет. 25. Сыночек, принеси мне, пожалуйста, веник. Я на кухне подмету. Принеси. Сейчас, 5 минут, мам, подожди. На, мам, держи веник. А не надо. Мне уже от тебя ничего не надо. Что ты сейчас мне сказал? Мам, отстань! Я рожала тебя! Я тебя сисой кормила, чтобы ты мне, тварь такая, говорил, мам, отстань! Ребята, познакомьтесь, это наш новый сотрудник Виталий. Привет! Да, всем привет! Привет! Привет, меня Ира зовут. Привет. А я тут это, торт испекла, будешь? Ну, как-то сладко не очень. Подожди, я сейчас винегрет тебе сделаю. Любишь, сейчас, секунду. А, Виталий? Да? У меня есть важный вопрос по работе. Какой? Ты женат? Нет. Жажда. Сейчас доделаю отчет и пришлю тебя. Только можно просто до 6 часов, потому что потом я хочу... А, да по работе. Ира, что ты делаешь? Мы просто с Санечкой разговариваем. Ну и показывай, что тебе там подарили. Вот это говно собачье. Ну у человека же ни вкуса, ни фантазии. Вот ты не помнишь, кто это говно мне подарил? Ха-ха! Смотри, еще голова лошади. Голова лошади? Да, и подписали. Я найду тебя и убью. Женя. Что? Ну-ка, говорится, дареному коню в зубы не смотрят. Что-то интересненькое. Так. Кольцо. Я вообще не помню, кто его подарил. Дура, вспоминай, кто подарил. Это же последний шанс. Посмотри, что мне Тёма подарил. Наклейку. Такая классная. Нравится, да, он тебе до сих пор? Абонемент в спортзал. Это очень полезный подарок. Очень. С днем рождения, родная. Хоть мы и знакомы всего лишь 2 недели, но у меня такое чувство, что ты моя кровинушка. Вот умеет все-таки мой отец открытки подписывать. Хорошо, что ты его нашла. Да. Доброе утро. Отличный день. Меня разбудил сынок, но ничего. Кто рано встает, тот все успевает. Ведь на часах у нас... 4:15 утра! Твою! После рождения сына я стал еще мужественнее. Дима, ты маску будешь делать тканевую или гелевую? Да что ты постоянно лезешь-то, а? Тканевую! А мы с Аллой ходили на курсы молодых родителей. Дима, если ты один раз спросил, ну как все прошло, это не значит, что ты ходил на курсы. Да что ты постоянно лезешь, блин? Хочу историю вам рассказать. Дима... Я 10-й айфон хочу. Ал, нет у меня денег. Ну, а за 2-го материнский капитал дают. Так, пошли. Так, на чем я там остановился? Пойду контрольный сделаю. Мам, да что с кофточками? Это я шанс, блин, я сейчас здесь кто-нибудь... Кому ты нужен, господи? Тут столько вас было уже что-нибудь. Смотри, трусишки, купи какие-нибудь, а Ольге понравится. Мам, блин, это колхоз какой-то. Какой колхоз? Колхоз зеркало, посмотри. Антохи уже в Келен-Кляне трусики покупают. Что там Келен-Кляне? Они купили, я знаю, где, на смешных ценах купили, а мы тебе вот в Ашане, это бренд. Пацаны тебе обзавидуются в твоей раздевалке, пацаны лохи твои, вот. Сынок, ты мне не разговаривай, не поясничай, еще в жизни ничего не заработал. Мам, бери,
Пойдем отсюда, хватит меня позорить, ну, пожалуйста. Ну что тебя позорит? Успокойся, у тебя такая мамка, уж еще позавидуют. Я прошла, заходила в Nike, 9 тысяч такие стоили. Вот, а тут 743 рубля скидка. Да никто не узнает, они похожи же. Ты что, без колготок ходишь? Ты что, ну, ты оборзел, что ли? Пойдем. Ты бубенцы свои заморозишь, и что мне делать? Мне еще внуки нужны. Скажешь одноклассникам, чтобы с Египта только что приехал, вот привез. Он бледный, какого Египта? Скажешь, что аристократ всем, и все, аристократ, они же не загорают. Ты что, не знаешь, что ли? Не, мы что, крепостные какие-то простые?